Где Identity Server? В шаблоне, который я выложил на всеобщее пользование, используется Identity Server, к которому пользователи должны иметь доступ. Я могу вам показать, какие инструменты есть у самого Identity Server. Например, для того, чтобы проверить, что сервер работает на удаленном сервере, обычно на конфигурации Production, обычно используется их встроенный инструмент, который называется... вот, кстати... Вот, видно, да, то есть на самом деле на localhost 4888 работает Identity Server, у него есть специальный путь, это настраивается в конфигурации ASP.NET Core, ну а сам сервер вставляет наружу well-known OpenID Configuration. Для того, чтобы проверить, работает Identity Server на удаленном сервере, нужно прочитать вот этот вот адрес. Если вы увидите вот эти сообщения, то, что выдает сервер, значит, соответственно, вы понимаете, что у вас Identity Server настроен правильно. В противном случае Identity Server не имеет доступа, никто не может ни получить токен, ни авторизоваться по нему.